Все, вот я снял, получается, среднюю часть. Вот для чего я говорю, что клеить ее не надо. Вот, получается, высыпаем вот эти части. Шасси тоже заранее отпечатаны все. И теперь объясняю, как все это устанавливается. То есть колесики я использую из магазина, то есть печатать я их не вижу смысла, так как они будут жесткие, ну то есть тяжелые, стоят они копейки. То есть дополнительно, конечно, потребуется ось. Я использую карбоновая, карбоновый крутик 2,5 мм. То есть у кого, допустим, такого 2,5 мм нет, можно расточить непосредственно, то есть просверлить отверстие чуть больше, ну то есть соответственно диаметр вашей оси. То есть собирается стойка, тоже проблем для сбора не составляет. То есть вот, в принципе, все ее части, то есть стойки устанавливаются. То есть она вот таким образом. То есть на эту часть вот, вот так вот вставляется ось в стойку, можно на нее капнуть клея небольшого количества, чтобы она просто никуда не убежала. Вот, и не в ходе эксплуатации, допустим, она не вылезла. Вот устанавливаем колесо на ось, после чего ось в отверстие, ну и уже устанавливаем следующее колесико. Ну и стопорным кольцом, получается, это тоже напечатано. Фиксируем, чтобы колесики не спадали непосредственно с оси. То есть вот, в принципе, стойка она уже собранная. А на этой стойке имеется пружина, ну то есть в зависимости от веса самолета пружину можно поставить либо помягче, либо пожестче. В настоящее время здесь стоит у меня очень жесткая пружина, ну то есть при ее небольших размерах на сжатие где-то в районе 1,5 кг, ну то есть максимальная нагрузка она выдержит, она слишком жесткая, то есть я уже в ходе эксплуатации заменю ее на помягче. Вот. Теперь получается, определяем, что это передняя часть самолета, то есть вот так непосредственно устанавливается. Ставим стойку, ну то есть в таком положении. Своли, конечно, надо было установить позже немножечко, то есть они сейчас мне мешают, хотя и незначительно. То есть продеваем ось шасси, одеваем, получается, непосредственно ее на стойку, ну то есть это ось с внутренней стороны. Зря, конечно, я стойку поместил, немного мешает мне это сделать. Все, одели. Ну и продеваем уже вперед, до самого предела. То есть здесь она уже, за счет того, что стоит этот паз, она уже фиксируется, и влево-право ей уйти куда-то не составляет. То есть она не уйдет никуда. Также, то есть аналогично устанавливается, получается, вторая шасси. Чтобы, сразу скажу, чтобы зафиксировать пружину непосредственно здесь, в комплекте, тоже имеются непосредственно вот такие вот шайбы. То есть шайба вкручивает сюда, и уже пружина ваша никуда не уйдет. То есть она будет строго стоять по месту. Все, вот шасси установлены, как я сказал, что установить их особо туда вообще не составляет никакого. Ну, то есть стоят они очень плотно, очень прочно. Фиксировать здесь их чем-то клеем не надо, так как движение идет вперед, то есть они будут смещаться относительно задней стенки. А задней стенки здесь на оси, здесь его не видно, распечатан упор определенный. То есть вот здесь вот получается также, в комплекте получается вот такие вот упоры. Вот, то есть упор устанавливается в этом месте.
и в этом гвозди, во втором курае. В этом, то есть, в изделии. Чтобы мы смотрели, то есть, шмотаться. Я
получи. Видывай. 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 Видывай.